Все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности в школах Ярославля перед началом нового учебного года приняты. Специалисты проверили подвалы и чердаки образовательных учреждений. Особое внимание уделили технической оснащенности системами безопасности. Видеонаблюдение ведется в 95 детских садах и 71 школе Ярославля, а кнопки тревожной сигнализации экстренного вызова полиции есть во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Также на особом контроле антитеррористическая защищенность городских торгово-развлекательных центров и спортивно-массовых учреждений. Ведь для таких крупных объектов характерна высокая посещаемость и одновременное пребывание большого количества людей.